Нет, нет. Это два комара такие летят. Один такой просто вы не можете себе представить. Может, не стоит об этом говорить. Сегодня пришло много друзей, с которыми я познакомился в Севизе. Я там сейчас был почти два месяца. Это было нечто, просто нечто. Ну, вы знаете, ну, надо там уметь быть, там не надо летом быть. Так надо быть весной, зимой и осенью. И тогда все обнажается. И человеческие взаимоотношения и все такое. Знаете, вот есть понятие рай, и человек об этом ничего не знает. Но в Семизе отчасти есть отражение этого рая. Поклон. Thank you.
Можно Ване клавиш немножко, Ваня прибавить клавиш, он просит. Thank you.
давайте просто поиграем, а там один. Может, потом поиграем. Сейчас просто хочется поиграть. Ехали цыгане. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Прерывайся.
Ну давайте, если вы не устали, прервемся, хорошо? Ладно? Я Ваню разыщу. За кого голосуют-то? За кого? А, да? Да, за семейство. За семейство. За семейство. Да, семейство это божественность. Такой у меня был знакомый, он говорил, ну он такой был дикий немного человек. Ну, у меня там тогда были еще какие-то дома, ну такие дома, не важно. Дай что-нибудь почитать, только не божественское. У нас там духовная литература, но только не божественская. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Приходите к нам, смотрите там в сети, где мы чего, приходите, мы без вас вообще пропадем. А между прочим, у нас тут кое-какие альбомы. Вау. А вы знаете, есть такая поговорка. Убей бобра, спаси дерево. Нет, убей охотника, спаси бобра. Убьешь бобра, спасешь дерево. Купите диск, спасете музыкантов. Пока-пока.